Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Калининградской области с поличным задержали подозреваемого в квартирных кражах. Как установили полицейские, подозреваемый при помощи отмычек проник в квартиру, откуда похитил ювелирные изделия. Также оперативники установили его причастность к проникновению в квартиру в соседнем подъезде. Добычей злоумышленника стала шкатулка с ювелирными изделиями, деньги и средства по уходу за телом. Следователям ОМВД России по Московскому району города Калининграда возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Что это, Жень? Депрессия. Для чего? Для аварийного вскрытия личинок. За что задержан сотрудниками полиции? По подозрению причастности к квартирным кражам. Понятно. Что в карманах сейчас у вас находится? Ну, давай честно. Сейчас же смотреть будем. Евгений. Китайская самоимпрессия. И что? И какая-то ювелирка. Откуда? Из квартиры. Кто в машине в Тиане находится? Да ничего там не находится. Ну, будем же смотреть. Ну, из интересующего нас. Ну, конечно, из интересующего нас. Только одеколон. Он откуда? С квартирной кражи.